Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. И вот о чем расскажем сегодня. Первая жертва. Стоит ли бить тревогу и скупать средства защиты? Маски не спасают, но, конечно, в каком-то роде они защищают. Разбираемся вместе со специалистами. Отсрочку для получения образования будут предоставлять лишь один раз. Понадобилась эвакуация людей. На втором этаже обнаружили пострадавшего мужчину в инвалидной коляске. Спасатели ликвидировали возгорание в сельской больнице. Царица цветов и символ возрождения. Весна уже на пороге. Чем порадовать близких в канун праздника? Настя хочет жить. Обнаружили огромную опухоль. 11-летняя горожанка нуждается в финансовой помощи на дорогостоящее лечение.